как я сделал, значит, вот здесь у меня вот кнопка стоит. Вот, а это бузер. Провода ныряют вот в эту дырку и выходят вот отсюда выходят. Это провод питания мозгов. Он ныряет вовнутрь сейчас. Сейчас, пока она не прикручена, покажу. А здесь вот так сделано. Вот мозги на двухстороннем скотче. И вот шлейф соединяющийся. Все это вот так переворачивается и прячется. Тест всех моторов включим. Тест All Motors. Вот. Работает. 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 И этот, что мы заменили, вот работает. Вот там. Вот.